Снимаем картер гидроблока. Здесь мы видим мехатроник, блок соленоидов. За ним гидравлическое управление, гидроблок. Тоже будем снимать. Предварительно отсоединив позиционер, датчик выходных оборотов, датчик входных оборотов. Снимаем мехатроник с рядом соленоидов. Снимаем сопутствующий пластик, чтобы не мешал. Далее откручиваем остальные болты, кроме маленького, чтобы не разобрать гидроблок. Сепараторная пластина. Далее датчик выходных оборотов и две уплотнительных манжеты. Не забываем снять две манжеты, которые питают пакет сцепления 1, 2, 3, 4 и лоу-реверс. Далее снимаем картер гидротрансформатора, раскручиваем болты на 13. На этой части мы видим насос на внутренней части, фильтр, масляный отражатель, эпицикл. Извлекаем дифференциал, солнечную шестерню. Масляный успокоитель цепи. Не забываем резиночку. Извлекаем возвратную пружину, фиксатор парковки, а также уплотнительные соединения. Далее снимаем масляный отражатель. Что ж, на данном этапе разбора мы уже можем наблюдать механическое повреждение АКПП. Это по предварительным данным, это стопорное кольцо, то есть мы видим здесь опилки, обломки уже внутри. Извлекаем стопорное кольцо из корпуса, которое удерживает опорный диск пакета тормоза первой, второй, третьей, четвертой передачи. Эх, пальчики. Сборку можно извлечь всю целиком, потянув за турбинный вал. Такой метод извлечения очень удобен, потому что проще разбирать. Снимаем пакет тормоза с первой по четвертую передачу. Проверяем фрикционы. И как видим, один из фрикционов пострадал, он не сгорел, он был испорчен обломками разрушений. Снимаем хаб с солнечной шестерней, обязательно проверяем втулки. Планетарный механизм, проверяем эпицикл обязательно, сцеллиты, в общем, на целостность. Солнечные шестерни, подшипники, эпицикл, сцеллиты. Все проверяем. Извлекаем суппорт первой, второй, четвертой передачи и лоу-реверса. Как мы видим, здесь сорвало стопор,
с задней передачи, с реверса. Далее извлекаем еще один планетарный механизм, так называемая ушастая планетарка. Здесь мы видим тоже повреждения, разбитые шайбы скольжения. Извлекаем пакет тормоза Low Reverse. И также проверяем стали фрикционы на состояние. Здесь также мы видим поврежденные фрикционы. Повреждение это от разрушений стопорного кольца. Далее извлекаем обгонную муфту. Она тоже пришла в негодность. Она не работает. Далее извлекаем пакет тормоза второй и шестой передачи. Также видим повреждение от стопорного кольца на фрикционе. Извлекаем солнечную шестерню с хабом, проверяем на целостность. Видим, что отсутствуют зубья солнечной шестерни. Здесь, здесь, здесь. Собственно, вследствие чего было и произведено разрушение планетарного механизм. Далее извлекаем пакет сцепления 3-5 реверс. Видим повреждение пружины. Проверяем фрикционные диски, стальные диски. Также мы видим разрушение стопорного кольца на барабане 3-5 реверс. Извлекаем пакет сцепления 4, 5, 6 передачи. Стопор на месте. Фрикционные диски, сталь в порядке. Далее извлекаем турбинный вал, хаб путем снятия стопорного кольца. Проверяем состояние втулок. Далее приступаем к разбору барабана. Снимаем поршень 3-5 реверс, проверяем, в каком он состоянии. Проверяем уплотнительные кольца. Проверяем дифференциал, солнечную шестерню, сцеллиты. Снимаем масляный отражатель. Далее масляный насос с фильтром. Снимаем масляный фильтр. Разбираем масляный насос. Убираем масляный насос, проверяем шестерни. А также корпус. Обязательно проверяем состояние корпуса. Поршня 2-6 передачи. Тефлоновых колец. Разобрав коробку, мы видим неисправности. Это поврежденный суппорт первой, второй, третьей, четвертой передачи, планетарный механизм, обгонную муфту, которая не срабатывает, солнечную шестерню с хабом, пружинное кольцо, 3-5
3-5 реверс и барабан.